Андрей, как так получилось, что ты выбил Алексея Хованского из соревнований личных? Подготовился хорошо к соревнованиям. А как прошел бой с ним? Как прошел бой? Да, с Алексеем. Тяжело, конечно. Тяжело? Да. За счет чего получилось ему выиграть? За счет терпения, наверное. Терпел много. А с Пивоваровым потом что случилось? Не хватило сил уже? Неправильно построил начало боя. Потом уже не получилось догнать. Догнал и не получилось дожать до конца. В целом ты доволен своим фехтованием на турнире? Фехтованием доволен, да. Ну, более-менее. Конечно, всегда недоволен чем-то. Вот. Чем еще нужно тебе прибавлять, как ты думаешь? Тренироваться больше, наверное. Что еще? Других вариантов нет. Как готовился к Кубку России? Он начался в этом году пораньше. Было время, наверное, пройти какие-то сборы, подготовку? Да, у меня был ФП-сбор в Болгарии. И потом в Латвии еще. И дома фехтовался, тренировался. Вы сейчас с командой проиграли команде Башкортостана 1. Довольны все-таки тем, как фехтовали с такой сильной командой? Да не очень довольны. Хотелось лучше. Ожидали, что будет намного лучше. Не получилось. Ты в этом году участвовал в рапире Санкт-Петербурга. Это для тебя был первый взрослый этап? Да, первый. Какие впечатления у тебя от этих соревнований? О, впечатления огромные, конечно. Я не знал, что делать там вообще. Вот. Теперь уже накопил опыт для следующих взрослых соревнований? Ну да, более-менее. Надеюсь, будет лучше, конечно. Спасибо тебе большое, удачи. Спасибо.